Австрия, январь 2020 года. Два магазина продуктов. Этот является центральным. Здесь продается все, что практически можно купить в мире. Он довольно дорогой. Есть национальные австрийские продукты и общемировые, начиная от фруктов, овощей, заканчивая всякими конфетками, сырами, винами и более крепкими напитками. Покупать можно все очень вкусное, интересное, необычное, но дороже, чем в стандартных сетевых магазинах. Располагается недалеко от собора Святого Стефана. Выбор, как вы видите, опять же, как я ранее упоминала, широкий. Плата картами, либо наличными. Есть какие-то свои собственные карты, но мы не знаем, что они из себя представляют. Часть вещей хранится в холодильнике, как полагается, часть на полках. Есть минералка, кофе венский, вафельки, конфетки, всякие различные джемы, пончики, орехи. Все, что будет угодно в вашей душе. Соусы, завтраки, колбасы. В общем, смотрите внимательно, кофе знаменитый. Ну, уже в капсу. Тут немножко неправильно видео было оформлено. Дальше мы идем в магазин сетевой продуктовый Билла. Вот как раз двигаемся к нему. Там цены будут меньше. Фотографии, в принципе, запрещено и видео снимать. Но каким-то образом мне это удалось. Я просто, ну, скажем так, не вела себе нагло местные колбаски. Также, опять же, шоколад, другие вещи, цены меньше, есть всякие акции на всю продукцию, можно купить в нарезку, либо большими кусочками. Время работы по воскресеньям, кстати, магазины очень многие продуктовые, может быть, кроме того центрального, не работают, и тех, которые располагаются на вокзалах. Праздники тоже работать не будут, поэтому, если вы хотите ужинать такими простенькими продуктами из сетевых, лучше закупиться заранее и все положить в холодильник. Чай, кофе — довольно приличный выбор, но больше такого цветочного, фруктового. Здесь свежее мясо и овощи. Тут опять же у нас сыры, нарезка. Вот это уже прилавок, где вы можете сделать себе, сколько нарежет сотрудник. Везде помогут с пакетиками, с ценами, покажут, где что находится. Фрукты, овощи с ценами, свежевыжатый сок можно сделать. Это немножко туда попало. Как мы видим, здесь фрукты, овощи. Уж извините, как вышло. Мясо, опять же, магазин для Васлива в Витебске. С разной продукцией. Ну, я что-то такое. Ждем чего-то нового. Спасибо всем за внимание. Вот еще обзоры и вещи более интересные, скажем так, более аккуратные. Извините меня. До свидания. Ну, это грудинка. Может, шпик? Шпик? Да. Как, который? Вот этот. Но это не шпик, это кому? Нет, это вот то, что ты покупал. Шпик тирольский. Розовый шпик? Да, то, что ты из Греции привозил. Так, ну а сколько? Ну, думаю, что парочку, наверное, если ты не будешь. Кусочки. Ну да, да, я в другом. А как он называется? Вот он, вот он, вот он. Тиролер шнипстек. Здесь. Сколько? 3 Ох.